Приветствую! Октябрь – это не только время красивой разноцветной осени, но еще и период, когда нужно подавать финансовую отчетность за первые 9 месяцев текущего года. И вот сейчас мы разберемся с тем, как подать декларацию за 9 месяцев. Поговорим о тех людях, о тех ФОПах, которые были сначала на 5%, потом перешли на 2%, потом снова перешли на 5%, что им указывать, на что им нужно обратить внимание. И поговорим, естественно, и о всех других ситуациях. Да? Кто зарегистрировался только в третьем квартале, кто был на 2%, а потом перешел на 5%. Все эти нюансы мы с вами разберем, и для того, чтобы это сделать, мы с вами перейдем в электронный кабинет плательщика и будем пошагово разбираться с нашими вопросами. Итак, вот мы зашли в электронный кабинет, я уже авторизовался. Для того, чтобы подать декларацию, мы заходим вот в этот раздел «Ведення звітності». Выбираем здесь, соответственно, 23-й год. Здесь мы выберем за 9 месяцев. Вот видите, здесь есть третий квартал помесячно. Мы выбираем 9 месяцев. Дальше жмем «Создать». И вот что нам предлагает. Здесь мы выберем F01 «Прибуток». Да, если у вас выскочила какой-то другой элемент, то выберите вот именно этот. И здесь мы берем вот эту податкову декларацию платника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьей группы. Заходим, и на что мы должны в первую очередь обратить внимание вот на этом, в этом окне. Правильно ли выбрана у вас ваша налоговая? Потому что бывает, что здесь ошибки. И не только здесь. Мы сейчас пойдем дальше и посмотрим, где еще есть ошибки. Додатки мы прикреплять не будем. Подавать ничего сейчас нам не нужно. Поэтому, если здесь налоговая наша, то мы выбираем створити и смотрим, что здесь нам создали. Сразу первое, с чего мы должны начать, естественно, проверить наш налоговый адрес. Вот здесь он есть. Почему это важно? По одной простой причине. Потому что вот тот адрес, который вы сейчас видите на своих экранах, мой адрес, это не мой адрес. Уже несколько лет я там не зарегистрирован. Естественно, здесь его нужно будет мне изменить. Сделать это просто. То есть у нас здесь активная вот... поле, да, мы можем здесь изменять. Идем дальше. Ну, естественно, посмотрели свои данные остальные, да, потому что если неправильный адрес, то может быть и еще какие-то данные неправильные. Поэтому здесь мы проверяем и идем, соответственно, дальше. Где мы останавливаемся? Останавливаемся вот здесь, раздел 1. Загальні показники підприємницької діяльності. І от здесь ми повинні указати фактичну численность найомних працівників в цьому році у нас. Я ставлю здесь 0, тому що у мене працівників немає. Після цього ми звертаємо своє увагу на вот этот розділ. Это тот раздел, где указаны кведы. И вот здесь должны быть указаны все кведы, по которым вы получали доход за тот период, который является для нас отчетным. Соответственно, как нам сюда добавить наши кведы? Все просто. Идем мы вот в этот раздел «Учетные данные», проходим в самый-самый низ, и вот здесь находятся все наши кведы. Копируем их, просто копируем, возвращаемся на нашу декларацию, вот она, так, редагувати, вот мы вернулись, и вот здесь мы, соответственно, просто вставляем. Единственное, что нужно сделать, это немножечко отредактировать их. В каком плане? Убрать вот этот подчеркивание, убрать подчеркивание, которое идет впереди. И вот мы его убираем, да? Ну, дальше не буду продолжать. Еще раз обращаю ваше внимание, что здесь должны быть указаны те кведы, по которым вы получали доход. То есть не все кведы,
а только те, по которым вы получали доход. Идем дальше. И ищем мы раздел «Показатели хозяйственной деятельности для плательщиков единого налога третьей группы». И вот здесь в разделе шестом мы будем писать ту сумму, которую мы заработали. Вот здесь начинается самое-самое интересное. Вот здесь все проблемы начинаются. Возникает вопрос, а что мы там должны указать? Но если человек был все месяцы на 5%, то понятно, да, он взял свои декларации старые, которые там подавал за полгода, например, да, там у него есть данные, он к этим данным прибавил то, что он заработал за третий квартал и, соответственно, получил ту цифру, которую нужно нам здесь указывать. Но возникает вопрос, а что делать человеку, который был, например, в начале года на, там, на 5%, потом перешел на 2% и потом снова вернулся на 5%? Что делать в этой ситуации? Либо изначально, вот как я регистрировался, я сразу выбрал 2%, и у меня получилось следующее. С марта до августа я был, соответственно, на 2%, а с августа до текущего момента я уже на 5%. А что же мне тогда указывать? Здесь обращаю ваше внимание, в разделе 6 мы указываем исключительно тот доход, который мы получили, когда мы были на 5%. Какие бы конфигурации у вас не были, как бы вы там не попадали на какой-то другой группе, возможно, налогообложения были, на другой ставке единого налога, да, 2%, неважно. В этом разделе мы указываем тот доход, который мы заработали, пребывая на едином налоге со ставкой 5%. Соответственно, я, как человек, который зарегистрировался и сразу выбрал 2%, я здесь буду указывать только тот доход, который я получил за август и сентябрь месяц. Потому что до августа облагалось по ставке 2%, и мы здесь не указываем. Для того человека, который, например, там январь, февраль, март пребывал на 5%, потом с апреля по август пребывал на 2%, а потом опять стал на 5%, такой человек за первые 3 месяца, соответственно, когда он был на 5%, указывает этот доход плюс доход, который вы получили за сентябрь и август. И вот, соответственно, здесь мы указываем. То есть, еще раз, подводя итог, в этот раздел мы указываем исключительно тот доход, который мы получили, пребывая на едином налоге со ставкой 5%. И, например, мы здесь пишем, ну, какую-то сумму, не хочет писать у меня, 50 тысяч. Вот давайте пишем, да, 50 тысяч гривен. Далее мы видим здесь, вот нам посчитало сразу, какую сумму налога мы должны заплатить. Но, например, если я был только на 2% и потом последние 2 месяца на 5%, то мне больше ничего делать не нужно. То есть для тех людей, которые не платили в текущем году единый налог по ставке 5%, вам все, у вас все заполнено. Если же вы в текущем финансовом году платили единый налог по ставке 5%, то вам нужно указать, и нужно это сделать вот здесь в пункте 13. То есть мы указываем, что, например, там за первый квартал текущего года мы заплатили 5%, и, например, это было, ну там условно, да, 1500 гривен. Что происходит тогда? Тогда мы видим, что итоговая сумма, она меняется вот здесь.
То есть здесь автоматически пересчитывается, поскольку у вас всего доход 50 тысяч. То есть система рассматривает, как это совокупный доход за 9 месяцев 50 тысяч. Уже вы заплатили там в каком-то первом квартале 1500, да, мы вот здесь указали. И нам система рассчитывает, что мы должны 1000 гривен заплатить единого налога. Это тот налог, который мы должны будем с вами заплатить до 20 ноября 2023 года. Если вы вот это указали, разобрались с этим, то, собственно говоря, все. Больше мы ничего здесь не заполняем. Мы можем что сделать? Проверить, да, посмотреть. Проверено, все окей. После этого мы что делаем? Соответственно, мы можем подписать уже декларацию и ее отправить. Вот, собственно говоря, нажимаем на ключик. И дальше мы видим, что у нас есть три варианта. Наложение подписи, файловый ключ, аппаратный ключ или же облачное хранилище. Я думаю, эти вопросы вам рассказывать не нужно. Скорее всего, вы и так знаете, как подписывать электронные свои документы электронной цифровой подписью. Ну и естественно, после подписания у нас станет доступным вот эта функция, вот эта кнопка, и мы сможем, соответственно, отправить декларацию уже в налоговую. И тут самое главное. А самым главным здесь является то, что нужно будет потом проверить, приняла ли налоговая вашу декларацию. Потому что, несмотря на то, что мы подаем ее через сайт налоговой, несмотря на то, что мы подписываем своим электронным цифровым подписью, при этом все равно могут быть некие ошибки, которые система распознает как технические ошибки. И вследствие этого ваша декларация не будет принята. Поэтому постарайтесь не забыть об этом и через несколько дней зайти и посмотреть, а принята ли ваша декларация. И еще раз, подводя итог, хочу вам напомнить, заполняя декларацию ФОП за 9 месяцев текущего года, главное, что вы должны указать, это ваш доход за тот период, когда вы пребывали на ставке 5%. И только 5%, больше никакой доход вы не указываете. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Информации там больше и появляется она оперативнее, чем в YouTube канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на Telegram канал есть в описании к данному видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.